здравствуйте! В эфире «Афиша». Куда отправиться в выходные? Если этот вопрос мучает вас, то вы по адресу. Сегодня расскажу о выставках, которые ждут своих посетителей. Традиционно летом в детской картинной галерее открывается выставка «Эксклюзивная кукла особняка Клотта». Выставка 2015 года, 14-я по счету, представляет авторскую костюмную куклу Ольги Бакановой. В зеркальном зале будут представлены 10 кукол из коллекции «Европейское возрождение в костюме», «Барокко» и «Рококо». Все герои этой экспозиции представляют собой монашеских особ разных эпох и стран. Такими куклами не играют, такими куклами любуются. Приходите и вы, выставка ждет вас в детской картинной галереи. Дом культуры «Чайка» приглашает на персональную художественную выставку Дины Богусоновой «Вечное движение жизни». Выставка включает в себя живопись и произведения, выполненные в технике горячей эмали. Дина Богусонова – потомственная художница, в творчестве которой широкий диапазон техник и материалов. Арт-критики считают ее яркой представительницей нового поколения художников. Выставка открыта каждый день с 10 утра до 8 вечера. Вход свободный. Самарский областной художественный музей радует своих посетителей выставкой «От утопии к игре». Идея – показать путь российского искусства от героического пафоса авангардной утопии 1960-х к иронической постмодернистской игре рубежа 90-х нулевых. Экспозиция делится на 4 блока, каждый из которых представляет определенную эстетическую линию. Ценители искусства должны это увидеть. На сегодня все. Я надеюсь, наша афиша поможет разнообразить ваши выходные. До скорого!